Окей, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал Маугли. Здесь сегодня мы с вами начнем играть в игру, которая называется Helping Hand, или рука помогающая. Мы играли с вами в демо-версию, когда она была доступна. Там было доступно совсем чуть-чуть контента. Сейчас вышла у нас полная версия, и мы сможем погрузиться в мир помогающий, или наоборот, создающий проблемы руки полностью и целиком. Для начала нам нужно с вами протестировать работу наших пальцев, а именно нажмите один. Каждая кнопочка, она зажимает определенный палец. 1, 2, 3, 4 и 5 это пробел. Вот таким образом у нас появляется менюшка. В этой игре нам необходимо только лишь с помощью управления пальцами руки выстроить всю жизнь человека, нашего главного героя, и или разрушить ее. Или наоборот спасти, или выпутаться из разных проблемных ситуаций. Давайте быстренько посмотрим, что у нас здесь есть. Это все понятно, это все понятно, это все понятно. Игрушка, кстати, на английском языке, так что будем переводить. Вроде ничего сложного не должно быть. У нас есть также инструкции. Мы можем вот использовать разные основные жесты, которые мы можем использовать. Видимо, это вот так вот, типа это отстой, дизлайк. Так, это значит круто. Ну, в смысле, так вот, средний палец, это вы понимаете. Так, видимо, это хорошо. И это лайк. Или окей. Окей, нормально. Есть еще вот такой жест. Этот жест вы должны поставить под видео. Там специально есть иконочка. Нажимайте на нее, поддерживайте видео. Пальцем вверх. Тап для того, чтобы пропустить диалоги. Хорошо. Я, в общем-то, готов. Поехали. Играем. Естественно, количество жестов здесь ограничено. Они заложены программой. Он просыпается. Ой, приготовьте быстренько шприцы, нам нужно ему вколоть это все в нос. Это просто чудо, как он может быть все еще живой? Мы немножко поговорим с тобой позже, подожди, мы можем как-то... Ага, давайте текст спид вот минимально сделаем, скорость текста, чтобы нам успевать. Согласны? Согласны. Нам нужно проверить несколько тестов, что ты можешь как-то нормально отвечать. Можешь ли показать мне вот такой вот жест? А я вот забыл, какие у нас кнопки, что делают. А, вот использую 1, 2, 3, 4, 5. Эй, я такой жест не делал. Нам нужно сделать вот так. Окей. Потрясающе, удивительно. Видите, у нашего главного героя пока что еще голова плывет. Ты хорошо справляешься. Это я типа отвечаю. Давай, теперь покажи ко мне типа дизлайк. Так, погоди, это нужно сделать. Это нужно сделать вот так. О, потрясающе, замечательно. Твоя рука точно теперь работает. Я так понял, что наше тело полностью все парализовано или загипсовано, и ничего не двигается, только лишь пальцы одной руки. Окей, давай, покажи ко мне вот такой вот жестик теперь, и соедини большой и два, получается, средний и безымянный палец вместе. А-а-а, металл! Восхитительно! Это выглядит, что, похоже, что ты действительно хорошо справляешься. Я просто хочу еще пару жестов попробовать с тобой соорудить. Ну, давай попробуем. А, это какой-то непонятный жест. Так, нам нужно сделать... Вот так. Эй! Нет, подожди. Мы должны первый, второй и вот так вот делать. Ага. Это совершенство. Теперь твоя рука полностью функционирует. Так что тебе... ты можешь считать себя счастливчиком. Никто не знает, смог бы ты вообще выбраться из этого инцидента живым. Сестра Барбара, показывай. Эй, док! Ты научил ему этот жест? Эй, сестра Барбара, это не профессионально с вашей стороны. Давайте ей тоже покажем. На, Барбара, тебе! На, тебе получи! Вот вид. А что это такая хитрая? Подошла, мне сразу этот факи показывает. Доктор, доктор, Барбара, пожалуйста. Больше не бесите пациента. Вы можете его взбесить полностью. Он отключится. О, нет, быстро, быстро! Его сердце останавливается. Скорее, Барбара, не стойте здесь. А Барбара просто стоит. Ладно, я буду показывать так. Барбара просто стоит и показывает нам пальчик. Это тот самый инцидент, смотри-ка. Ох ты, добро пожаловать. Куда? В Поке радио какое-то. Так, ладно. Чтобы переключать каналы, укажите на... Я вводить-то рукой не могу. На станцию. Как это сделать? А, вот так вот переключаем. Я надеюсь, что за эту музыку меня не забанят, страйк не прилетит. А, нет! Нечего было переключать радио.
Наш главный герой явно меломан. Ой! О, нет! О, господи! Оставь мои кишки в покое! Что я вообще здесь делаю? Так это я в машине скорой помощи. Не так, как меня тренировали. Эй, ты должен вспомнить все, что ты помнишь. Нас никогда не учили разматывать кишки у чувака. Как ты проснулся? Как ты вообще мог очнуться? Ты чувствуешь себя хорошо? Давай покажем, что мы чувствуем себя очень плохо. О, черт. Да, это похоже на правду. Твои кишки, знаешь, тут они выпали из твоего живота. У меня нога в какой-то решетке радиатора. Но не паникуй, я все под контролем держу. Пошел ты. О, нет. Откуда ты это вообще? Откуда это вывалилось? Ты слишком истекаешь кровью, чувак. Я не могу ничего с этим сделать, спросам. Мне нужно, чтобы кто-нибудь мне помог. Ладно, ладно. Давай-ка собирай свое дерьмо здесь все вместе, Джеймс. Вот, смотри, что... Что-то он мобильник у меня из кишков достал. Тебе нужно подержать мой телефон. Ну, давай. Не посмотри на меня. Ты видишь кого-нибудь еще в этой комнате? Нет, только я. Просто держи, окей? Как мне ее схватить? Все, я взял. Если отпущу. Давай отпустим. Нет! Он улетел прямо мне в кишки. Погоди. Ты что это только что сделал? Ты просто только что выбросил мой телефон мне себе в живот? О, нет. Ты бросил его. Я же сказал тебе держать. Давай, я тебя еще раз подержу. Где он тут остался? Вот поэтому наш главный герой... Господи ты, боже мой, чувак. Как ты мог его выбросить? Из госпиталя мне могут в любой момент позвонить. Не могу его нигде найти. Звони, смотри. Типа вибрация раздается. Давай быстрее ищи. У меня там все кишки уже промассажировало твоим виброзвонком. Мне нужно его найти. Прости, это займет какое-то время. Все, я отключаюсь. А что если я держал до конца? Я же не могу, наверное, главного героя нашего убить. Все-таки история еще не закончилась. И вот так я здесь оказался. Ну, доктор, давай, спасай меня. О, хорошо, ты очнулся. А мы о тебе беспокоились. Окей, не паникуй. Я так понял, что я ему могу любые жесты показывать, только это нужно в тот момент, когда я должен что-то выбирать, типа, и там специальное время отводится для... этого. Ну, я имею в виду, это ты жив, он что-то сказал смешное, походу. Может быть, ты меня плохо слышишь? Это он мне разговорит так, или это я мычу? Но почти каждая часть... наверное, тяжело будет это услышать, но почти каждая твоя часть тела сломана. Твои... пальцы ног тоже сломаны. Твои ногти на руках, тоже на пальцах, тоже сломаны. Мускулы, мышцы вокруг твоего рта тоже сломаны. Кошмар. К сожалению, ты можешь только вступать в коммуникацию одной рукой своей, пальцами одной руки. Как ты себя чувствуешь? Давай покажем, что плохо. Ну что ж, тебе нужно немножечко еще побольше морфия, видимо, вколоть. Это поможет тебе справиться с болью. А тебе я показалось, что типа все окей, или как там я должен показать? Типа вот так, тут, наверное... В любом случае, используй пальцы, чтобы коммуницировать. Ты понял это? Так, погоди, а как понял? Окей, надо показать. Окей, это вот так окей. Ой, слушай, давай я тебя представлю медсестре. Это Барбара-то? Нет, только не Барбара, она понять, как факи показывать будет. Барбара, он готов. Я сказал, что он уже готов. Барбара явно не хочет вообще со мной возиться здесь. Ой, опять она идет. Отлично. Великолепно. Еще одна дерьмовая работенка для самой старой медсестры в здании. Почему мне все время надо с такими дурацкими пациентами тут мучиться? О, господи, ты так и посмотри. Да она со мной разговаривает. Я вообще так-то все слышу. Ты отвратителен, она мне сказала. Давай ее пошлем. А если она... Нет. Давай скажем так. Ты сама такая. Ты лучше смотри за собой, маленький засранец.
А, не сейчас, не сейчас. А, now, now. А, сейчас, сейчас, сестра. Попробуй быть немножечко симпатизирующей ему, настолько, насколько можешь. Да, 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 симпатизирующий. Симпатизирующий. Да, он маленькая жопа. Не маленькая, а большая. Ладно, пойду курну. Нафиг мне такая медсестра. О, ладно. Не переживай, не бери в голову. Это Барбара, она такая странная. Немножечко бывает стрёмненькая с пациентом. И тебе надо быть терпеливым с ней. Она будет за тобой ухаживать каждый день. И будет проверять твои жизненно важные показатели. И также... прочищать твой катетер. Так что постарайся быть хорошим с ним. Хорошо, хорошо, док, я постараюсь. О, да, и еще одна штука. Какая? Если тебе нужна сестра Барбара, просто укажи и нажми на синюю кнопку. Какую синюю кнопку? Я не вижу синюю кнопку вообще нигде. Она будет появляться прямо перед тобой. Видимо, когда я буду делать так. Осторожно, однако. Попробую ее сильно не беспокоить. Но на самом деле я завишу типа от нее. Я думаю, что если я драконить ее буду слишком сильно, она может просто отключить аппарат искусственного поддержания жизни. Ну, или, не знаю, какие-то вот капельницы там эти убрать. Я просто сдохну. Я не хочу этого делать. Я хочу выжить как можно дольше. Так что будем терпеть. Будем терпеть и будем постараемся быть с ней хорошим. У нас сейчас священник, по-моему, сюда приходил. Ой, это что такое? Ты кто? Зой! Вот, вот и все, я думаю. Кто такая Зоя? Тайлер, ты уверен? Уверена? Я думал, что это была кухня, комната возле, возле кухни. А, почему нам все время это нужно? Умирающие пациенты какие-то. Эй, это же самый любимый пациент доктора. Поправляйся скоро, надпись на шарике. О, слушай, значит мы тебя искали. Меня зовут Зоя, а это Тайлер. И мы из... Умирай за мечту. Из организации умирай за мечту. За мечту. Мы сюда потому что пришли, потому что мы слышали, что кому-то. Could you some children? Что мы можем кого-то здесь приободрить? Послушай. Нет никакого нормального пути, чтобы обратиться к такому пациенту, у которого все очень плохо в жизни. Так что лучше мы тебе кое-что дадим. И ты всегда этого хотел. Это они разговаривают так. Ну и, конечно же, на это есть причины, я имею в виду. Слушай, ну у нас есть, знаешь, другие еще траты, о которых нужно беспокоиться. Тайлер говорит, what did you say your name was again? Какое твое имя? Опять сказать. То есть я должен ему сказать свое имя? Давай так ответим. Тайлер. Ладно, слушай, он никогда не упоминал имя этого пациента, так? Нет, нет, он вообще ничего такого не говорил, и в моих бумажках тоже ничего нет. Так почему нам нужно покрывать кардиоваскулярные болезнь пациентов? Зои, это тот самый пациент, который нам... Чё они вообще хотят от меня? Да, конечно, конечно, он так и он самый. Ага! Мы не можем пройти через всю эту бумажную работу снова. А, они пришли ищут какого-то пациента с какими-то с какой-то болезнью. Это не я на самом деле, это кого-то другой. И мы принесли тебе целую корзину фруктов. Пожалуйста, прими этот дар от нас. Давай примем. Серьезно? О, хорошо. Они кого-то спутали. А что они хотят от меня? Чтобы я им квартиру переписал? Видишь, я же говорила, что пациенты сожрут это дерьмо. Не такое уж дерьмо, это фрукты. Так что нам не надо выходить за рамки бюджета. А, поэтому они просто фруктики покупают, а не какие-нибудь там дорогие вещи. Отлично, мы просто положим это здесь. Укладите, окей? Да, окей, нормально. Ну, это на самом деле имеет, наверное, какие-то последствия, потому что здесь в этой игре выбор имеет значение. Отлично, скоро придет медсестра. Эй, жри свои фрукты, как только захочешь. А, что, нормально? Тебе нравится такой подарок? Я имею в виду... Что еще может хотеть умирающий пациент? Тайлер! Ну, конечно, конечно, это хороший подарок. Не спрашивай о пациентах, у пациентов о их выборе. Слушай, у меня какая-то вон желтая, не желтая, а зеленая фигня переполнилась. И наш бюджет, давай скажем, пошли вы нафиг. Давай их отправим. Эй, ты че так со нами разговариваешь?
Успокойся, Тайлер, он, видимо, ему слишком больно. Слушай, у меня там вон уже пакетик зеленый стал. Слушай, ты хочешь эту корзину с фруктами или нет? Давай, давай, давай. Да, да, это... Ну давайте уже корзину с фруктами проваливать отсюда. Это очень хороший подарок, чтобы дать его. Да-да-да, я уверен, что наш дорогой друг, ему понравится это. Да хорош уже, дай мне медсестру. Пошли нафиг отсюда! Ладно, мы теперь уйдем, конечно. Все, проваливайте. Они точно от меня что-то хотели. Скорее всего, если я принял... Вау. Я буду о нем... Что? Я буду по нему скучать? Серьезно? Я даже его не знал. Ага, конечно. Видимо, он был действительно хорошим, да, полной жизни. Я сдох! Подожди, из-за чего? Из-за того, что я их не прогнал слишком рано? Или из-за того, что у меня эта капельница зеленая? Я сдох! Это все сначала началось? Да ты издеваешься, что ли? Погодь, погодь, погодь. Ну-ка, тихо. Назад, 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 назад. Подожди. Выбор уровня. Вот сколько здесь вариантов развития событий. Машина, потом это у нас скорая помощь. Ну, здесь это инцидент. Ну, здесь один. Здесь показаны все концовки, которые могут быть. Круто! То есть здесь мы, по идее, с вами сдохли. Нам нужно идти теперь сюда. Да! Что-то здесь, короче, пошло не так, и поэтому... Я просто умер. Может быть, я тянул слишком долго, и реально вот эта зеленая штука переполнилась. Я кто-то умер. Ну, там ничего об этом не сказали. Я бы тебя беспокоился. Давай, быстро. Пропускаем. Мы пропускаем. Круто, значит, здесь можно переигрывать. Ну, это почти как Детройт, только лучше. Да? Он базарит то же самое. Давайте сейчас попробуем говорить, что все окей. Как будто у нас действительно все окей. И чтобы доктор нас, не знаю... приободрил и сам нас лучше лечил, и тогда, может быть, мы и выживем. Так, ладно, это мы тоже. Используй свою руку, хорошо. Так, Барбара должна прийти. Давай с Барбарой тоже нормально. Я вообще на позитивчике сейчас буду. Прям вообще на позитивчике. Этих, наверное, чуваков я отошлю, чтобы они проваливали. Потому что, мне кажется, они вообще мне здесь не нужны. Они левые люди, они к другому человеку пришли. И не тянут время, и сестра не может мне помочь, и мне все плохо, да? Давай, просто мы ей сейчас скажем. Барбара так разговаривает. Барбара, смотри, ты мне нравишься, Барбара. Так, какой жест еще мы можем делать? Вот такой. Ты отвратительный, скажем, окей. Ну, по крайней мере, ты согласился. Вонючий переломыш. Ладно, ладно тебе, сестра. Давай будь симпатизируй. Симпатизируй. Пойду курну. Так, ладно, пусть она проваливает. Постарайся быть хорошим с ней, насколько можешь. Да, да, постараюсь. И еще одна вещь. Вот смотри, укажи на синюю кнопку, которая появится перед тобой. Когда... то есть, как эта кнопка появляется передо мной, мне нужно нажать на нее. Я правильно понимаю? Я волну пускаю. Умеете так рукой делать? Ладно, пофигу. Сейчас мы разберемся. Вроде как я должен указать. Вот смотри, кнопка синяя не появляется. Как мне на нее указать? Я не понимаю. Вот сейчас. Ну нет уже никакой кнопки. Сейчас эти придут. Придурки. Давайте их пошлем всех вообще. Давайте просто их пошлем. А тут проваливай! Он говорит, ты уверен, что это была комната возле кухни? Идите нафиг! Пошли взад! Они видят, что у меня с рукой что-то странное происходит, как будто это сеанс экзорцизма. Смотри, ну вот опять же, я никак не могу нажать ни на какую синюю кнопку. Никакой синей кнопки нет. Где она появляется? Ничего не видел. Давайте их будем сейчас отправлять всех. Идите нафиг. Так, мы пропускаем это все. Точно, мы же можем пропустить. Давай скажем, пошел нафиг. А вот так скажем. Отвалите. О, Тайлер, он же не говорил. Пропускаем. Идите со своей корзиной фруктов, иначе я сдохну здесь. Пошел нафиг. Не хочу. О, ну я имела в виду.
Что значит тебе не нравится? Нет, все нормально. Я уверен, что у нас есть кое-что еще для тебя. О, да, ты прав. У нас есть еще ваучер, если он тебе интересен. Ну-ка, одну секунду. О, на 350 баксов. Да как я буду шопиться в таком состоянии? Пошли нафиг. Отказываемся. Ой, ну ладно, ну серьезно, что ли? Я сказал, ваучер, это отстой. А ты откуда знаешь? Ты знаешь что, Тайлер? Почему бы тебе лучшую идею не предложить? Ну, это легко. Смотри, чувак, что у меня есть. Как насчет вот этой отличной, мягкой игрушечки? Да идите в задницу. Слушай, ему точно не нравится больше никакие подарки от нас. Может быть, что-то еще выдумаешь? Легко, Зои. Я знаю, что... Уверен, что ему захочется что-то из этих трех вещей. Ты знаешь, что? Ай, ладно, мне пофигу. Отдай-ка ему билет на полет в космос, и все. Где я его, типа, возьму? Он говорит. Мы можем это замутить, а, Зои? Мы можем это сделать? Проваливай. Проваливай, я сказал. Видел этот жест? Это ответ на все случаи жизни. 100 бед, один ответ. Ладно, все, отлично. Так, вот. Я успел. Барбара, пожалуйста, слей зеленую жидкость из мешка. Что такое тебе надо? You little pest, я не знаю, кто такой пест. Ты маленький говнюк. Я не хочу тут за тобой сидеть с тобой целый день. У меня есть лучшие вещи, чтобы делать что-то. Давай скажем, окей. Так, как мы это делаем? Не, мы делаем вот так. Стоп. Погоди, мы делаем вот так. Нет, подожди. А, вот так мы делаем. Окей. Чё? Ты чё, меня позвал просто, чтобы показать что-то там, а? Ты маленький червяк. Тупой червяк. Вот такие работники медицины-то и есть в некоторых здравоохранительных учреждениях. Но смотри-ка, она слила мне эту зеленую фигню. Значит, все нормально. Значит, ее надо звать, чтобы она не переполнялась. Это, видимо, какая-то... Ну, это вряд ли моча. Но это, короче говоря, какая-то ерунда. Что, опять ее... Не, давай пока что не будем ее вызывать. Пока мы не будем ее вызывать. Зачем нам это делать? Должно же все продолжаться как-то, да? Или нет? Все, нормально. Мы живем. О, святой отец! Ну, привет, дитя! В прошлый раз, когда я святому отцу показывал рогатулину такую или посылал его куда подальше, мне сказали, что ты не умеешь говорить, так что я тебе просто объясняюсь на языке жестов. Он мне устроил сеанс экзорцизма и изгнал из меня дьявола, ну, то есть до смерти он меня замучил. И поэтому я его, наверное, не буду сейчас психовать на него, не буду его посылать, а просто буду как-то с ним соглашаться. Здесь лучше вообще просто, чтобы меня оставили в покое и никто ничего со мной не сделал. Я тебе расскажу слова Господни от Чувибои. Чувибои не может сделать это. Что он сейчас будет проповедовать? Он может молиться, как только. As you find, как ты увидишь комфорт в своих глазах. Ты хочешь ко мне присоединиться, и мы можем помолиться святому отцу? Давай просто отошлем его. Не, эту рогатулину я не должен ему показывать. Давай отошлем просто. Ой, да ладно, дитя, прекращай. Ты знаешь, что такое как боль. Да, я знаю. Но если ты помолишься Господу, он поможет тебе пройти через это. Теперь закрой свои глаза и давай начнем молитву. Что, согласимся? Давай согласимся, пойдем посмотрим. Ой, хорошо, великий Господь, чуй бой. Посмотри вниз на этого своего больного последователя. И исцели его руку. Да, исцели. Чтобы все раны, которые были нанесены, чтобы все они сошли на нет. Он твой последователь. Хорош, падре. И он единственный любит тебя. Это разве это не правда, дитя? Да. О, Господь, а Спаситель, чуй бой.
Посмотри на него, он точно... Everything that... Что-то там про пророка какого-то. Я тебе молюсь, чтоб ты быстро выздоровел. Потому что это приведет твоих людей к процветанию. Мне нужно сейчас уходить, но мои молитвы... Но ты в моих молитвах. Уходи, уходи. До свидания, дитя. Давай вам покажем. Вот так. Давай. До свидания, святой отец. Увидимся. Так, пора вызвать медсестру. Иди сюда, быстро сливай зеленую муть. Барбара, тебе явно не нравится. Чё? Давай поприветствуем. Привет! Ничего с тобой плохого не происходит, ты маленький кипарь. Я просто тебя проверила. А теперь оставь меня в покое. Да, точно. Короче, каждый раз, когда она приходит, она сливает эту зеленую муть. Я не знаю, что это такое, но, короче, это какая-то ерунда, которая, по идее, выливается из меня, что ли. Так? Почему она наполняется? Обычно, наоборот, же ставят, типа, капельницу, и оттуда жидкость эта уходит в мое тело. А здесь как-то наоборот. То есть это какая-то мутатень, она выливается из моего тела. Из моих кишочков, может быть. Так, ну что мы делаем-то? Кто-нибудь ко мне еще придет? Вообще, как далеко мы подошли? Там, оказывается, много уровней должно быть. Ой, ты кто такой? Что, здесь ничего нет. Здорово, сынок. Это отец мой, что ли? Что-то я слишком большой для его сына. Мне жаль, что так происходит. Как... А, что мне приходится клянчить, когда ты пытаешься выздороветь? Но мне нужно с тобой кое-чем побазарить. Меня зовут шеф. Подожди, если ты мой отец, я знаю, как тебя зовут или нет. Я просто сынком меня назвал. Ты, возможно, скорее всего, не помнишь меня. А, ну я водитель того грузовика, который был вовлечен в этот инцидент. Муха, уйди отсюда. Так что, это я тебя сюда пригнал. Давай ему вот так покажем. Да, я верю, что они в тебя много тут всяких препаратов накачали. Ну, знаешь, ты просто, тебе надо попробовать меня выслушать, а? What I have today to you. Что у меня сегодня для тебя есть? Я верю, что ты принесешь мои извинения. Я действительно верю, что ты тот, что ты сам виноват в этом происшествии. Потому что ты невнимательно смотрел за дорогой. Вообще-то он прав. Я видел, что ты там занят был, радио переключал. Да, 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 я с тобой согласен. Стоп, 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 надо ему показать вот так. Вот так. На самом деле я виноват. Я так понимаю, ты... я это как извинение приму, да? Послушай, сынок. Я могу работу потерять из-за этого инцидента. И чё? Деньги хочешь у меня сейчас выпросить? То, что мне надо вдвойне быть уверенным, что... Ты признаешь, что ты сам виноват в этом инциденте. Да, я, да, 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 я понимаю, да, все нормально. Серьезно? Он явно не ожидал. Я боюсь, что если я их отшивать буду, они меня, скорее всего, убьют. Ну что ж, это было легко. Послушай, пацан. Мне, я вообще ценю твою честность. И то, что ты со мной сотрудничаешь. Че тебе мне надо? Я просто собираюсь, передать это все в полицию. Он... типа я признался, что я сам виноват в этой аварии, он меня сейчас засудит. Вот здесь надо было, наверное, его послать. Я просто боялся, что он на меня накинется и начнет избивать, как это обычно происходит. Так, возможно, сейчас у нас кнопка будет. Медсестра, пожалуйста, приди. Мне нужно срочно отлить зеленую жидкость из этого пакетика. Ой, опять вы? Ну проваляйте сюда. Хорошие... А где Тайлер? Хорошие новости, чувак. Мы смогли
вытащить самый любимый, самый лучший подарок из нашей организации. Какой? Ты отправляешься в космос. Идите нафиг. Идите нафиг. Да, также... Да, что ж... Это очень увлекательно, и, возможно, мы единственные смогли тебя туда засунуть на это путешествие, потому что мы задолжали некоторым людям парочку как бы услуг. Даже просто скажем, что это будет замечательное путешествие для тебя. И ты столкнешься с такими потрясающими вещами там. Да. Пошли нафиг! Идите отсюда! Я имею в виду, ты же все равно собираешься сдохнуть, правильно? Ладно, не слушай Зои. Просто подпиши здесь. Они, короче, от меня хотят какой-то контракт, чтобы я подписал. И мы тебя отправим в космос сквозь время и пространство. И пошли нафиг отсюда. Вот эти точно отшивать надо. Возможно, он... Он что, должен быть таким агрессивным, или как? А ты знаешь что? Слушайте, у нас пакетик переполняется. Давай отправим этого засранца прямо в космос! Эй, Тайлер! Они явно меня ненавидят. Пошли нафиг отсюда! Давай, Зои, давай сделаем это! Я не дал свой согласен. Посмотри на него, он даже не может говорить! Я ничего не подпишу! Что ж, подпиши бумаги, и он отправится в космос! А, прежде чем он даже заметит. Ну, я имею в виду... Они сами хотят подписать, что ли? Нет! Нет! Не отправляйте меня в космос! Ха-ха-ха! Это еще одна концовка! Меня отправили в космос! А, нет, я в космосе. Шмеремей! Это человек! Это что, инопланетяне такие? Шманаманта говорит, о, нет! Ты что, думаешь, он опасный? Шмартин говорит, что спроси его вопрос. Шемеремей говорит, ты... Ты, опасный человечишка. Давай ему скажем... Не опасный. Шемеремей, что он говорит? Шемеремей говорит, что я не знаю, Шмартин. О, это загадка! Шмаманта говорит, что так испуганно. Они типа многоголовые, ты как Змей Горыныч. Шмеремей говорит, человечишка. Шмеремей говорит, что ты опасный человек. Нет. Давай скажем нет. Да ё-моё, вот так. Шмеремей говорит, я до сих пор еще не знаю, что это значит. Так что я попробую это понять. Ты хочешь пойти вместе с нами? Шмартин говорит, что, возможно, мы должны тебя отправить обратно. Они говорят, да. Давай его возьмем домой. Да, я говорю, ура, берите меня домой. Чужие звонят домой. Что происходит? Они реально отправили меня в космос. А что им от меня вообще надо было? Я так и не понял. Я так понял, что я думал, что им нужна от меня квартира. Я слышал, что они так и не смогли найти его тело. Возможно, он плавает где-то в космосе. Я не смог выиграть. Короче говоря, две концовки мы точно с вами нашли. Могла быть третья, если бы я отшил священника. И он бы тогда провел обряд экзорцизма, и я бы сдох. Это бы 100% так произошло. Круто! Ну-ка, давай посмотрим, что у нас там по развязкам. Это только второй уровень был! Нифига. Короче, если ты в космос отправляешь, тебе кранты 100%. Надо сделать как-то так, чтобы они меня в космос не отправили. Может быть, я наоборот должен был принять корзину фруктов? И тогда бы была какая-то еще дальше у нас. Смотрите, сколько уровней здесь дофига. Круто вообще! Зашибись! Мы будем играть в эту игру дальше, пока не откроем, видимо, все концовки. Если вам понравилась эта серия, поставьте вот такой вот знак. Если не понравилось, поставьте вот такой вот знак и напишите в комментариях, почему. С вами был Маугли, это была игрушка Helping Hand, рука, которая помогает. Увидим в следующем видосе, а пока что всегда оставайтесь на высоте и
Пакетова. Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив, без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты подпишись.